Более 41 миллиарда рублей правительство распределило между 75 регионами на возмещение части затрат на проценты по инвестиционным займам в агропромышленном комплексе АПК. Распоряжение правительства на этот счет размещено на сайте Кабмина. Подготовлен документ Минсельхозом России. Сумма в более 40 миллиардов рублей предусмотрена в федеральном бюджете в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства. А распоряжение лишь распределяет эти деньги по регионам, уточняется в пояснительных документах. Эффективность использования трансферта каждый год оценивает Минсельхоз.